Снова всем привет. Не успел я обрадоваться телефону, как первая неудача. Телефон сел. Вот, вставил у него сим-карту, проверил, все работает. Телефон, короче, разрядился, поставил на зарядку, не работает. На выключенном этом поставил на зарядку его, выключенным. Вот, он начал заряжаться. И тот заряжается, тот и так, а этот включенным не заряжается. Я снял крышку и обратил на вот это красное пятно на индикаторе. Это значит то, что залито. Видите, вот здесь вот нету такого. Вот, разобрал его и видел вот такие вот нехорошие места. Сфокусирую лучше. Вот оно. Также мы видим это и на шлифах. Вот видите, по экрану даже вот грязь. Вот оно. Итак, переворачиваем. А здесь еще хуже. Сейчас буду чистить. Так, прошло примерно часа полтора. Вычистил вот, но только сейчас покажу, где. Вот здесь осталось немного, но я ничего сделать не смогу. А вот ремонт. Вот здесь вот был. Не знаю, кто это делал. Этот замкнули. Вот пятак сгнил. Такого больше вот страшного. Видите, вот подгнивать начало уже. С этой стороны вычистил. Уже лучше. Сейчас подожду, пока подсохнет. Буду собирать. Здесь тоже почистил. И тут тоже почистил так, что смог. Вот. Собрал я его. Посмотрим, как он себя поведет. Ну, хоть включился, уже радует. Короче, я хотел этот телефон отдать обратно бывшему хозяину. Говорит, типа, денег нет. Вся фигня. Говорит, давайте телефон, типа, еще дам. И дал вот такую вот кучу. Это даже какая куча. Хлама. Куча даже назвать нельзя. Флай такой убитый. Вообще хлам. Такая вот дичь ZTE, на котором крышку не смог открыть пальцами. Просто тупо раздолбали его. Тоже хлам. Samsung вот такой убитый в говно. Тоже ничего к нему нет. Хлам. Кусок платы. Хорошо, хоть какой-то аккумулятор годный есть. Рабочий. Крышка и все. Больше ничего нету. Так, проверим, заряжается ли он. Это самому уж интересно. Ничего не происходит. Вообще ничего. Вот смотрите, прикол. Берем, выключаем его. Выключился. Смотрите, берем, зарядку вставляем. Хобана. Вот так вот. И заряд пошел. Фиг знает, что с ним делать уже. Включаем.
Видите, как его дергает? А такого не должно быть. Зарядка идет, все. Но индикация есть. Тут индикатор тоже горит. Видите, как его дергает? Выбивает иногда системную ошибку. Но даже если он 2 часа постоит, он все равно не зарядится.